Мне кажется, ну, лучше помощь, чем до этого была. Все-таки в два раза увеличилась сумма. За пару дней можно собрать, как бы с работы очень даже быстро все сделали. И у мужа, как бы у меня, пока я с ребенком, муж, в принципе, собрал быстро эти все документы. Эта выплата назначается на год, и нужно будет прийти через год, в январе 2019 года, о чем мы молодой семье уже объяснили, и написать вновь заявление и предоставить доходы. Данный вид пособия он платится в размере 8490 рублей. Он, естественно, зависит от доходов. Вот. И вот по данным нашей районной больницы, с января 2018 года у нас на свет появилось 13 первенцев. Она только в первом месяце в этот день.